Кайтакском районе первыми сделали прививку медработники. Для проведения вакцинации населения в районную больницу поступило 100 доз вакцины. Предварительно все желающие привиться сдали анализы на наличие антител и наличие противопоказаний, а также прошли обследование у врачей. После процедуры вакцинированные медработники объяснили свое решение сделать прививку. Они работают с большим количеством людей, поэтому таким образом решили себя защитить. Также призвали последовать их примеру и остальных.